только что доказал, что черного цвета нет. Отлично. А теперь давайте займемся серым цветом. Ребята, а вы задумайтесь. Что такое, в конце концов, серый цвет? Это же, здесь же есть красный цвет, согласны? Отлично. А вот здесь вот есть наша самая АБ. Что мы можем сделать? Мы можем взять и сделать инверсию относительно вот этой штуки. Тогда вся внешняя область запихивается внутрь, а все серое оказывается снаружи и становится черным. А черным не бывает. Правда? Коротко и понятно. Любой красный цикл, относительно него можно поменять местами часть плоскости. Понимаете, можно представить, что все это сделали не из резинки, и превратить его в экватор, и дальше поменять местами. Таким образом, я только что доказал потрясающую вещь. Оказывается, серого тона.